Комплекс «Талант Тауэрс» в Астане стал победителем национальной премии «Лидер в области дизайна и архитектуры». А офис группы компании «Верный капитал» награжден в номинации «Бренд и имидж». Строения ведут в эксплуатацию уже в следующем году. Признание от архитекторов с мировым именем комплекс получил на международном форуме в Астане. Астана на несколько дней превратилась в масштабное поле деятельности для дизайнеров и архитекторов с мировым именем. Эксперты в области строительства зданий последнего поколения, планировки помещений, искусство создания полезного, а главное эстетичного уличного пространства делились опытом и решали, как превратить Астану в город будущего. Свои проекты предоставили около 30 компаний, главный критерий которых – это экономичность, изысканность и соответствие экологическим стандартам. Идея собрать профессиональное сообщество архитекторов, девелоперов и в том числе заказчиков офисов и вместе обсудить, как лучше организовать городское пространство, как будет развиваться в принципе Астана и в том числе, как будут развиваться наиболее эффективные офисы. Задача сделать Астану магнитом для туристов, по примеру крупнейших мегаполисов мира. Оказалось, что в этом вопросе важны не только наличие парков и мест культурного отдыха. Сама архитектура города, в том числе бизнес-сооружений, должны завораживать людей. Одно из таких мест – грандиозный проект, включающий в себя деловой центр, отель и торговые площади – комплекс «Талант Тауэрс». Уникальное в своем роде сооружение находится в центре левобережья столицы. Сейчас там идут отделочные работы внутри здания. Это комплекс параметров. Во-первых, визуальное восприятие через фасады, через внешний облик, благоустройство всей территории, а также внутренняя начинка. Мы очень много времени уделили планированию, разработке дизайна этого здания. Рассчитали потоки людей, потоки и движения автомобилей. Действительно, уникальный комплекс – настоящее произведение искусства. К тому же он имеет сертификат по двум мировым экологическим стандартам. Проект готовили специально приглашенные архитекторы из США, которые стали авторами здания Freedom Towers, построенного на месте башен-близнецов в Нью-Йорке. Стоимость проекта «Талант Тауэрс» – около 400 миллионов долларов. Ожидается, что комплекс станет еще одной достопримечательностью Астаны. Кстати, сегодня проект стал победителем национальной премии «Лидеры в архитектуре и дизайне». Илья Рыбин, Ахмедияр Ильясов, Лаужан Кабулова, Информбюро Астана.